Ребята, всем привет! Как вы поняли из названия, мы находимся в Ильичево, и этот объект вчера благополучно был закончен. Но перед тем, как я пойду и покажу вам, что мы сделали здесь, как она выглядит в конечном итоге, еще полетаем на дроне, вот посмотрите потом и видео, и фотографии вот, с дрона. Перед тем, как это начнем, я бы хотел обратиться к вам по поводу розыгрыша. А именно, многие люди, которые комментируют под видео, не совсем, скажем так, они понятны, и их можно, ну, непонятна суть, условия, то есть не выполнены условия, по сути. Ну вот, например, давайте я быстренько, ну, пару комментариев, допустим, возьму. Допустим, вот Артем Бичурин, вот ты пишешь: «Здравствуйте, Александр, я Артем из города Сарапул, Удмуртия, безработный. Хотелось бы дешевый бендер для двойного, перчатки». Что? Что это такое? Двойной дешевый бендер? Перчатки? Какие перчатки? Какой бендер? Вы не заходили на сайт 25 миллиметров, получается, не заходили на сайт EGT Technology и не смотрели, то есть какой бендер, название его, да, какие перчатки, название его. То есть, ну, ребят, вот как потом из вас всех выбирать, ну, победителей. Вот. И таких, кстати, очень много комментариев, если вы сами прочтете. Ну, это не совсем то. Или, допустим, возьмем сейчас что-нибудь такое тоже. «Здравствуйте, я Аня из Азербайджана». Потом второй комментарий: «Я участвую, я из Баку». Я участвую. Молодец, Аня, участвуешь. Ну, вы устанешь ты при таком комментарии победителем. Это, ну, или Юрий Тихий. Ну, смотри, ты пишешь: «Юрка я, Краснодар, Москва, Крым. Работаю жестянщиком. Можно сначала выиграть, а потом выбрать товар?» Ну, естественно, нет. Есть условия. И он пишет, что, к сожалению, а вот. «Ну, раз так, то пару идеальных ножиц и хапы малые, френд». Ну, Юра, ну вот это видно, что условия не соблюдаются, участие. Надо зайти на сайт 25 миллиметров, да? Помимо того, что первое, как вас зовут, какого вы города или республики, второе, кем вы работаете. Вот, третье, зайти на сайт 25 миллиметров, выбрать себе на 10, 15 или 20 тысяч рублей, да, то есть сумма может разная быть, вот, чтобы вы взяли, то есть вы, допустим, нашли там ножницы, вот, допустим, смотри, Юра, ты напишешь пару идеальных ножниц, то есть фронт зеленые, да, вот, и хапы малые фронт. Ну, хапы малые, что вы имеете в виду, малые? Какие они? Что для вас малые, понимаете? Название там можно, там цену приписать можно к ним, сколько они стоят на сайте. Ребята, не буду дальше углубляться, таких комментариев очень много. Поэтому, ну, давайте как-нибудь, ну, поразверните, чтобы... Я выберу одного человека, остальные все участники спонсора, они... выбирает своего. Как вы думаете, за ваш такой вот комментарий они выберут вас? Или они более будут выбирать более развернутый ответ, такой, ну, понятный, скажем так. Чтобы им не приходилось за вас додумывать. Или я хочу там спецовку, как у тебя, вот такую, да? Спецовка стоит 14 тысяч рублей в этом магазине. Ну, на тот момент, когда мы покупали, сейчас не знаю. А сертификация этого магазина на одного человека 5000 рублей.
ребята, ну, так что у вас еще время есть до 30 числа изменить свой комментарий и поставить его правильно сделать. То есть выбирать мы будем в воскресенье. Так что давайте правильненько напишите все, и тогда у вас будет больше шансов выиграть. Как-то так. Ну а теперь пойдемте смотреть крышу. Итак, друзья, давайте начнем отсюда. Давайте покажем наш венконек. Вот. Вот слово паразит. Сделано сегментами. Такими небольшими. Вот, чтобы покрасивее было. Не одной большой пластиной, а сделано сегментами. Вот так вот. Естественно, расстояние от доски до самого капельника. Все так вот видно. 30 миллиметров, чтобы вода, которая будет стекать по этой планке, не попадала на дерево. Вот, потому что некоторые, я как уже в каком-то ролике говорил, что делают, прикручивают прямо планку, прямо саморезом к лобовой. И в последующем, в ближайшие 5 лет, эта доска вся гниет. Поэтому обязательно надо планку от фронтонной доски отводить на 30 мм минимум. Чем выше здание, тем это расстояние будет больше. Так, ну и подходим к тому узлу, где мы паяли желоб. Вот он, да? То есть участок вот этот вот у нас угловой спаянный. Как я и говорил в том ролике про краш-тест, здесь вот у нас получается труба. Здесь эта часть с этим желобом стыкуется. Естественно, нет никакой клепки, то есть движение температурное желобов свободно и не будет как-то на этот угол влиять. Туда дальше не пойдет, там уже леса разобраны везде у нас. Поэтому полезли на кровлю и покажу вам кровлю. Так. Опа. Значит, хребтовые коньки сделаны вот так вот, галстуком. И с небольшим объемом вниз. Желоба, ой, желоба говорю, снегозадержание Орима. То есть на коротких скатах у нас получается через один кронштейн стоит. Вот на длинных частях стоит в каждой фазе держатель. Далее. Здесь такой же конек. Все хребтовые коньки сделаны по одному образу. Если можно заметить, конек у нас идет вот так вот наискос. Пойдемте посмотрим. Здесь у нас конек соединяется на внутреннюю планку, а здесь мы сделали, то есть поток воды, если будет сюда, то мы сделали, вот посмотрите, видно, что закруглением таким, такой формы на фальчик. Все засоединено, подсоединено, и все будет отлично работать. Как-то вот так вот. Вы спросите, а где же трубы-то на кровле? В данный момент их нету. Они появятся когда-то потом. Что, конечно же, плохо. Плохо тем, что когда труба вылезет, не будет симметрии по картинам, возможно. Их будет здесь 5 штук. А вот поэтому
Лучше, конечно, это сразу выводить. Мы говорили здесь и заказчику, и как бы, ну, представителю заказчика, что нужно делать, но не было от архитектора отметок, где они будут находиться точно, чтобы поставить короба и сделать, ну, потом уже грамотно обойти, рассчитать, как мы это делаем по картинам, чтобы все было красиво. Ну, сказали потом, как ему сделать. Так, идем дальше. Здесь особо-то и смотреть-то нечего, да? На солнышке как красиво смотрится все. Прилетел гадить на конек, наверное. Вот. Ну, в принципе, здесь смотреть особо такого нечего. То есть единственной фишкой этой кровли, по сути, это вот это место. Сейчас я дойду и объясню, в чем фишка. Ну, здесь конек приходит, получается, у нас в скат, так называемый ендоконь. Вот. То есть ендовая сплетается с коньком, поэтому ендоконь. Вот. И давайте посмотрим вот на это место. Так как здесь у нас угол получается не 90 градусов, мы решили здесь сделать клиновидные картины, чтобы это симметрично, красиво смотрелось везде. Вот, то есть мы не стали идти до конца этими картинами, и потом в середине как-то их сплетать все это. Ну, такой получился бы фарш, по сути. Вот поэтому мы разогнали эту плоскость. Вот, и получилось, в принципе, с моей точки зрения, очень красиво и симметрично. Вот. Посередине фальц, там, где у нас центр ендовый получается, как бы можно сказать, что вот это вот фальц, это как вот это ендово, да? То у нас высотой он 50 миллиметров. Вот этот вот фальчик, давайте против солнца. Вот этот фальчик у нас 50 миллиметров. Все фальцы внутри, хотя уклон позволяет, в принципе, сделать это без фальцгеля. Ну, в нашем же случае здесь присутствует также фальцгель в каждом фальце внутри. Поэтому можно вообще спать спокойно, абсолютно. Ендовы. Здесь, если посмотреть, у нас один скат приходит соединение на планку. Вот, а здесь у нас вот картина вот так вот. Ну вот, вот как-то вот так вот все получилось. Вроде как мы сами в первую очередь довольны своей работой. Заказчик тоже доволен. И мы скоро переезжаем на другой интересный объект. Так что так. Особо смотреть нечего, как я и сказал. Сплетение коньков можно посмотреть. Здесь уходят на радиусы в этих местах, там и там. Ну и в принципе все. Пойдемте посмотрим всю нашу кровлю с дрона. Как она смотрится сверху.